Полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня 27 декабря 2019 года, и я хочу с вами поделиться своими осознаниями дня. Итак, первое. Наши слова, которые мы с вами используем в повседневной речи, каждый день они отражают наше внутреннее состояние. И если мы используем слова с негативной окраской, например, «тяжело», «сложно», «непонятно», то это говорит о том, что мы и мир так воспринимаем и таким его видим. Проследите, а какие слова используете вы? Я, например, у себя заметила слово «тяжело». Это мне говорит о том, что это то, на что мне стоит обратить внимание. Далее. Необходимо думать, говорить и мечтать о том, чего ты хочешь, а не о том, от чего ты хочешь убежать. Я это так часто и так много слышала, и так часто и так много сама повторяла, но ловлю себя на том, что все еще так не делаю. Что все еще иногда не бегу к чему-то, а убегаю от чего-то. Хотя я прекрасно знаю, что Вселенная ей все равно, хочешь ты этого или не хочешь. О чем ты думаешь, что ты и притягиваешь к себе. О чем ты думаешь, туда и уходит твоя энергия. Поэтому еще и еще раз повторяю себе, думай о том, чего ты хочешь. Говори о том, чего ты хочешь. Не убегай к чему-то, от чего-то, а иди к чему-то. Следующее. Сегодня я это проверила на практике. Сделай человеку комплимент. Тебе это ничего не стоит, тебе это легко и просто. Скажи кому-то, какой он красивый. Тебе ничего, а человеку будет приятно. И он своим вот улыбкой, реакцией на комплимент, он зарядит и тебя, и тебе это все вернется сторицей. Это так легко, но мы так редко это делаем, мы так часто об этом забываем. И последнее за сегодня, это будет банально сказано и банально звучать, но я это проверила на своем опыте, я это получаю каждый день. Кто ищет, тот всегда найдет. И для меня это правда, когда у тебя есть запрос какой-то, посылай его во Вселенную, и она обязательно пришлет тебе ответ. Обязательно. Я вчера просила снега, сегодня утром его получила. Да, на чуть-чуть, да, он растаял, но он был. Я, как только у меня возникает какой-то вопрос, я буквально день о нем думаю, и на следующий день кто-то либо что-то говорит, что отвечает на мой вопрос, либо я попадаю на лекцию, которая касается темы моего вопроса. Либо какая-то жизненная ситуация меня заставляет быстренько найти ответ на этот вопрос. Поэтому задавайтесь вопросом, ищите ответы на свои вопросы, и они обязательно придут. И это была полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы зажигаем звезды на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.